Всем привет! В продаже бритва от завода Труд, модель Экстра, самая первая Экстра, которую они вообще на этом заводе выпускали. У нас подобные бритвы были в большом обзоре модельного ряда Экстра. Вот там была, в принципе, идентичная модель представлена. Вот. На заводе Труд и ранее выпускались бритвы, но вот эти вот считаются одними из самых первых, в принципе. На лицевой стороне клеймо «Завод Труд», «Вача», 49-й год. А название модели «Экстра» на оборотной стороне. Вот, бритва имеет шикарную ручку. Вот такая вот, под такой городской камуфляж, как это называется. Цвет очень интересный. Ручка оригинальная. На заводе ставили такие ручки. Вот, чуть позже в продаже будет аналогичная, такая же точно «Экстра» с такой же точной ручкой. Вот у меня их несколько штук. Пока что готова лишь одна. Вот умные пины шайбочки. Бритва везде чистая, аккуратная. Все приводилось в порядок, вычищалось. Вот крупные зубчики, как были именно на первых моделях. Дальше уже пошли зубчики другого типа. Вот полотно, в принципе, чистенькое, аккуратное. Фаска очень тоненькая. Заточена с одним слоем изоленты. Вот. Выборка здесь... Ну, ближе к четверти. Вот. Следы времени, следы эксплуатации, ну, практически отсутствуют. То есть бритва, в принципе, вся чистенькая и аккуратная. Вот. К бритве в комплекте будет идти оригинальный футляр. Футляр был немножко потрепанный, но постарались привести к нормальному внешнему виду. Здесь полностью читаемое клеймо заводское. Вот. Он целый, для хранения, транспортировки подойдет. Ну и под конец покажу, как бритва проходит тесты. Вот, вачи вот этих вот самых первых лет выпуска, они хорошие. Они, конечно, будут помягче бритв, которые стали выпускаться в 50-е даже. И в ГОСТовую эпоху после 54-го. Вот, хотя сталь здесь, в принципе, практически такая же. Но, скорее всего, чуть другая термообработка. Вот. Вот эти вот первые модельные бритвы пришли на смену безмодельным вариантом. Это просто бритвы ZTV. Это Росинструменты в первую очередь. Росинструменты и просто бритвы с годом, которые выпускались во время Второй мировой войны. Вот. Ну и вот в 49-м, получается, Экстра — это одна из первых модельных вообще у них была. И дальше уже более широкий модельный ряд они запустили. Там уже разные варианты были. Вот. Размер здесь где-то 6 восьмых. Кромка длиннее обычного, типичного размера. То есть тут 7,6 или 7,7 сантиметра. Вот. То есть клинок такой довольно крупный. Вот все. Кому интересно, пишите.